Всем привет, это канал Туманов Плей. С вами Владимир. И мне надо отстреляться, ребята. Потому что глава называется Пан или Пропал, ребята. Вот сейчас будет Пан или Пропал. Вариантов не особо много. Так, спрячемся. Мы играем в иллюзию Дрейка. Это Uncharted 3, ребята. И пытаясь спасти Салли, нас обманули. Был стул, на котором сидело чучело. Я подумал, что это Салли, но это оказался совсем не Салли. И теперь надо выходить отсюда. Мы зря сюда пришли, в принципе. Вода прибывает, я не знаю, что будет дальше. Может быть, корабль затонет, но мне надо сваливать отсюда. Пираты еще атакуют. Здесь со всех сторон. Со всех сторон. Вон они еще и с этой стороны пришли. Ладно. Тихо. Выходим. Как я тут попал-то к ним вообще, а? Спрячься. Ну-ка, есть граната? Да нафиг себе-то гранату. Тихо. Ну, может, кто-нибудь подойдет сюда? Давай. Бамс. Да как так? Они меня вдвоем. На. Ой, вот это плохо. Он с одного выстрела прибивает сразу. Раз. На. Это дело дрянь, реально. Готов. Патронов тоже не особо много. Идите вы нафиг, а. Щит взять, может быть, а. Ну попади ты уже, а. Давай реально щит возьму. Мы тонем, мы не заметили. Тихо, 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 тихо. Давайте вы аккуратно будете действовать. Вот этих надо прибрать. Готов. Да что такое-то, а? Раз. Вот этот очень дерзкий такой. Очень крепкий. Так, ладно, отдышимся. Да хорош, а, уже отдыхай. Валите со своими прицелами. Мы тонем, вы не заметили. Вот с этим надо как-то разобраться по-быстрому, потому что он мне тут только все портит. Прикончите его. Да что такое-то, а? Уже очки отлетели, все, уже пора тебе ложиться, понял? Есть. Иди нафиг. Есть. Отдышаться маленечко. Сейчас будем с теми разбираться. Где-то вот он наверху здесь стоит. Вот он. Готов. Раз. Еще один. Кто там палит, а? Вон они уже с той стороны поперли. Плохо, очень плохо. Да, конечно, плохо, если их столько много. Ай. У него кончились патроны. У меня реально кончились патроны, ребята. Это очень плохо.
Я взял другой пистолет. Пистолет, точнее, взял. Не взял пистоль, не взял, подожди. Да блин, пошел нафиг. Нет, 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 куда мы? Надо выбираться! Надо выбираться быстрее, давай. Вода прибывает, да? По ящикам туда, наверх. Из трюма надо выбраться, иначе затопит и все. Корабль перевернулся. Да хорош. Ой. Куда бежать? Залезай. Ё-моё, со всех сторон что-то падает. Ай, придавило. Как быть-то? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Поверни ее куда-нибудь, убери в сторону. Быстрее, воздуха уже не хватает. Вот так приключенница, ребята. Поплыли быстрее, быстрее. Вон лестница вроде бы, или что это? Ну, плыви. Ну, что делаешь-то? Куда? Я не пойму, куда надо-то? Он туда вперед не идет, это стекло что ли, или что? Все. А, вот сюда надо, наверное. Ну-ка, плыви быстрей. Ну, давай, Дрейк, ну ты что тормозишь? Не, не туда, значит, надо на меня плыть. А куда? Я вообще что-то не могу сообразить. Куда надо плыть? Совет. Откройте вентиляционную шахту. Ну где? Где это открывается-то? Я не пойму. Как открыть? Где шахта, я не понимаю. А, подожди, вот. Откройте вентиляционную шахту. Ну нырни, что ли, я не знаю, куда-нибудь. А, вот она, ё-моё, я думаю, что за решетка, это и есть шахта. Давай, быстрее, плыви. Успел? Успел, только сейчас вода еще будет прибывать, надо быстрее дальше валить. Ну вот. Быстрее, 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 сейчас волной снесет. Ну, лезь вверх. Побежали, вода при... А, и отсюда вода. Куда тогда идти? Куда идти, ребята? Вода везде. Нет, туда не надо. Красный трос какой-то. Может, за него зацепиться? Ну-ка, давай. Во, полезли наверх. Ай. Да что ж, так... Каюты открываются. Дальше куда? Подожди. А где верх? Так где верх? Вон туда надо как-то попасть. О, сокровище нашел. Это хорошо, серебряное кольцо для салфеток.
Так, это была кровать. Так, сюда. Вот эту дверь ну-ка. Открывай. Запрыгивай наверх. Охренеть. Вот тебе и охренеть. Так, вниз нельзя падать, там сразу разобьешься. Тихо. Вот так приключенницы я себе нашел. Оп, лифт, да. Поехали. Ну-ка. Хоть чуть. Что-то получилось. Ха-ха, реально, лифт работает. Наверх, но это получается не наверх, а бок. Стекло, стекло трескается. Черт, нет, нет, нет. Нет, пожалуйста, нет. О, нет, лифт. Я за люстру зацепился, за огромную. Воды уже, смотри, сколько много, все, весь потолок уже. Хуже просто не бывает. Ну это реально ты попал, реально, прям вот очень круто. Ай. Нет, бывает. Нет, бывает хуже. Куда дальше? Бамс. Осторожно, отходи, сейчас накроет. Повезло вообще, повезло прям реально. Надо же. Как в рубашке родился, так. Все, пора валить из аквариума. Ну, аквариум. Только успеем ли мы свалить? Кто там опять? Ублюдок! Ты что, жив еще что ли? Шармут! Ну, прощай, Хабиби! А, он стекло сейчас разломает, все. Это был финиш. О, нет! Долбанный тип! Но! Я не успел, меня волной сбило, я где-то там зацепился. О, нет! Вот здесь где-то протупил. Быстрей, 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 быстрей! Еще быстрее! Прыгай! С корабля просто в воду. Ну там такой шторм, как там выжить-то? Это тебе не Титаник. Повезло реально. Падальщик прилетел, ребята. Жрать меня собрался. Отвали. Дерзкая птица. Вот удача. Как жизнь? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг. Все-таки. О, боже. Я перезвоню. Нейт. Это же неприлично. Заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. А где он? Схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй-эй-эй, стоп. Погоди, не торопись. Сядь.
У них не меньше двух дней форы. Так просто не догнать. Хоть попробуем. Слушай, есть идея. Но права на ошибку не будет. Так. На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. Налей мне стакан водички и выдвигаемся. Нет. Мой человек в аэропорту говорит, что самолет не улетит до рассвета. Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай, ложись. Мне позвонят, если что-то изменится. Ты правда собиралась туда одна? Это же Саль. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Ну все, отдохнули и погнали дальше. Приехали. Лена молодец вообще. Не хочешь, но я надо. Тоже. Надо проскочить незаметно. Да, если мы... нас засекут, убьют на месте. Мы по-тихому умеем, да? Почти по-тихому все делаем. Так что вот так. Второго шанса не будет. Эй, Нейт, сюда. Ребята, можно увидимся. Здание насквозь. Хорошая мысль. Увидимся помоги в следующей поднять серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, и всем удачи, всем пока!